чтобы сесть на шпагат, нужна генетическая предрасположенность, то есть нужны мягкие связки и суставы. Но в любом случае, если вы тренируетесь, если вы растягиваетесь ежедневно, то вы обязательно сможете сесть на шпагат, я в этом уверена. Розыгрыш главного приза среди участниц марафона будет совсем скоро. 12:00 по московскому времени. Угадайте, где я? Та-дам! В бассейне. И даже несмотря на то, что я очень вчера загорела, сегодня не могу пропустить это замечательное плавание. Потому что на улице так жарко. И просто такой кайф быть в воде. Всеми сами хочу поделиться этим ощущением. Поздравляем. Вот мы видим, что я и пост даже сделала. Молодец. Валерия, поздравляем тебя. Кажется, дождь начинается. У нас по плану план на завтра для сборной.